Здравствуйте, друзья. Арсений Гуричев, врач-остеопат и клинический психолог. Про какие-то роли в обществе хочу поговорить в этот день. Позиции у людей относительно других людей, они отличаются, конечно. Вы можете в этом легко убедиться, если вспомните своих знакомых, коллег, друзей, соседей по дому. Такие роли или что ли позиции, роли, да, ну, например, какой-то потребитель, он ищет во всем выгоду, хочет, чтобы с каждого действия он получил какой-то профит. Во всех коммуникациях он находит повод для того, чтобы что-то получить, выиграть, какую-то подпитку получить, может быть. Есть люди, какие-то, не знаю, охотники-истребители. Так и ищут, чтобы найти изъян какой-то, чтобы его осветить, как-то вытащить. Порицают, истребляют. Есть люди очень пассивные, но это не наблюдение за происходящим, а это ожидание, постоянное ожидание, что им что-то принесут, дадут. Сами они ничего не делают, считают, что им должны все принести. И в этом пассивном ожидании они находятся, пребывают в своей жизни. Но можно продолжить это, но подумайте о такой позиции, как позиция ангела. Позиция ангела. Это люди, которые помогают другим, но не выставляют это на показ. Один человек, я знаю одного человека, у которого позиция ангела заложилась очень рано. Он рассказывает, что он в школе приходил первый в класс. Класс был открыт, у них была небольшая школа. Класс был открыт, он заходил туда, и если доска была не вытерта, он мыл тряпку, тщательно мыл тряпку, вытирал эту доску. И когда учитель приходила, то она думала, что это естественно, что доска чистая. Конечно, он не говорил ей этого, не подлизывался к ней, он никаким образом не показывал, что вот это я сделал. Он просто взял на себя такую небольшую обязанность. Ему нравился этот учитель, нравились предметы, и он вытирал доску. Так в жизни он также точно поступает. То есть позиция ангела – это незаметная, невычурная, непоказная помощь людям. Когда есть возможность, хорошо, пример такой тоже бытовой. Едет человек на автомобиле и видит, что на дороге стоит бутылка из-под пива. Он мог бы проехать, но он останавливается, выходит, берет эту бутылку, чтобы другой человек, водитель, не наехал на нее, не испортил себе бампер или не проколол колеса. Эти люди могут собирать мусор, могут что-то убрать в подъезде, но эти люди не показывают, это не акция. Они не будут ВКонтакте выкладывать: вот я вот собирал мусор, смотрите на меня, как это делают некоторые наши политические деятели низшего звена. Такая позиция ангела. Если это интересно, вы можете это попрактиковать. Это имеет очень большой эффект психологический, очень поддерживает, подбадривает самого ангела. И решение найдется.